Всем хей, народ! С вами снова Люсик, и сегодня, ребятки, я сделаю обзор на вышедшее обновление в PUBG Mobile. Да, ребятки, здесь вышло глобальное обновление, где добавили очень много всего. Сегодня мы, собственно, все это и обсудим. А вы пока, ребятки, подпишитесь на канал, также поставьте лайк и напишите в комментариях, что бы вы еще хотели видеть на моем канале. Вот, а мы приступаем к видосику. Ну что ж, ребятки, первое, что изменили разработчики в этом обновлении, это, конечно же, карту Эрангель, которая была вообще первая добавлена в PUBG Mobile, да и в обычный PUBG. Вот, они ее сделали полностью под хэллоуинскую тематику. И также там теперь есть лагерь зомби, их всего 4, и они находятся в определенных местах. Найти вы их можете уже на карте перед игрой, вот, они сразу же будут там отображаться, вот, и помимо зомби, там, конечно же, есть ящики, которые будут вам доступны только тогда, когда вы убьете всех зомби в лагере. А там может какой-то дропчанский валяться, поэтому я вам советую туда заглянуть, и мы сегодня тоже посмотрим, как же все это работает и выглядит. А также, ребятки, чуть не забыл, добавили бродячих боссов, которые тоже спавнятся в определенных местах. Если вы подойдете к ним, получается, слишком близко, то вот они заспавнятся, заиграет определенная музыка, вы сможете узнать, что, ну вот он, босс рядом с вами, вот он будет там швыряться в вас камнями, будет атаковать вас кулаками своими. Вот, и когда вы его победите, вам дадут определенные ящики с боеприпасами, которые вы сможете применить уже в бою. Мы сегодня также на этих боссов посмотрим и попробуем их победить. Что ж, ребятки, вот мы наконец-то и в каточке, я уже ее нашел. У меня есть вот такой вот замечательный костюм. Вот, это у нас с обновления. Если хотите такой же, то обязательно скачивайте PUBG Mobile по моей ссылочке в описании. Вот, и там уже кейсики, если будете открывать, если вам повезет, то можете такой же костюм себе получить. Давайте выберем ближайшую точку, где мы сможем победить лагерь зомби. Я думаю, сюда мы упадем, и там сразу же... Так, у нас метка перегораживает лагерь зомби. Вот он. Я думаю, что там будет какой-то хороший дропецкий. Вот, но сначала, естественно, нам нужно что-то залутать, потому что голыми руками мы зомбарей не одолеем. Так, погнали, короче. Ищем, ищем. Может, что-то здесь есть? Да, блин, где дроп? Пожалуйста, разработчики, дайте дропа. Подкрутите мне, пожалуйста, немножечко. Вообще, типа, я вообще без пушки сейчас. У меня есть только арбалет, который я не подобрал. Так, ну хорошо, юмпик, это уже неплохо. Так, давайте, короче, спрыгнем. Да ну, блин, ребят, абсолютно ничего не можем найти. Тогда давайте, что ли, пойдем уже в лагерь зомби. Я думаю, что нам хватит, в принципе, этого. 100 патронов. Там зомбарей не так много. Вот, их победить, в принципе, несложно. Они снимают немного хп. Зато там какой-то дроп можно как раз-таки будет подобрать. Может быть, даже оружие там будет какое-то нам нужное валяться. Вот, я оттуда один раз подбирал М24 и карик, по-моему. Так, хорошо. Ну что, зомбари, здорово, здорово, собачка, привет. Ты умерла просто сразу. Так, братан. Ой, тихо, меня уже кто-то коцает. Собака, собака гребаная. Уйди, собачка. Так, хорошо, собаку мы убили. Давайте босс сразу зарубим. Так, сейчас отбегаем. Тихо. Пацаны, уходите. Так, хорошо. Отлично, осталось 2 зомби. Братан. Найс, его убили. Хорошо, остался только последний. Все, замечательно. Теперь мы можем открыть наконец-то ящик. Вот, с которого... Пожалуйста. Блин, тут УЗИшка, серьезно? Так, ребят, я предлагаю взять лодочку. Вот, и я думаю, что нужно нам будет сейчас... проплыть немножечко вот туда вдоль берега. Так, тихо. Нет, пожалуйста. Ты же будешь плыть? Да ладно. Серьезно? Боже, Люсик. Я просто лодку загнал сейчас. И теперь я ее не смогу использовать. Ладно. Тогда просто машину найдем. Так, отлично, для ямки еще патроны. 8 микс?
А я его не могу... Блин, я его сюда не могу повесить, но 8x это достаточно классно. Я думаю, что нужно сейчас будет снайперку найти. Вот, вместо М16, и будет вообще замечательно. Аптечку с удовольствием подберу. Блин, как же классно сейчас все по дропу. Чё? Еще 8x? Чё нам везет на эти 8x-то? Лол. У меня типа ни одной снайперки нет и два прицела 8x. Офигеть. Так, братан, видел тебя? Что? Да ладно, с одной пули. Вы видели это, ребят? Это капец был сейчас. Просто одна пуля, и этот чел просто труп. Так, хорошо, еще патроны. Замечательно. Так, тихо. Давайте подберем сколько можем. Все, замечательно, 50 патронов подобрали. Вот, и сейчас нужно найти какую-то машинку. О, это машина? Да-да-да, ребят, мы наконец-то нашли машину. Давайте, короче, сейчас я обозначу, где у нас босс ближайший. Я думаю, это здесь. Нам, правда, достаточно далеко туда ехать. Но я думаю, что мы сейчас доедем. Так, ну что ж, почти доехали. Давайте я... А, нет, ну давайте чуть-чуть еще вперед проедем. Вот, и уже будем высаживаться. Прям чуть-чуть вот сюда вот. Возле этого дерева, я думаю, нормально. Все, давайте, адекватно. Давайте перезарядимся на всякий. Вот, и вот он самый босс. Кстати, там у нас еще есть аирдроп поблизости. Я думаю, сначала нужно вот этих перцев выцепить будет. Братаны, умирайте. Так, отлично. Ты тоже умирай, братан. И вот этот чел еще тоже должен умереть. Отлично, ребятки, у нас остался один босс. Вот. Так, а почему-то... А, все, бежит на нас. Так. Отлично, мы его надамажили очень сильно. Братан, что с тобой? Братан, братан, братан. Тихо, 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 тихо. Надо перезарядиться фастом и, короче, добить его сейчас. Но во всех прошлых схватках он меня побеждал. Типа он, ну, реально сложный достаточно. Так, 19 патронов хватит? Да, реально хватило. Все, отлично, ребятки. Сейчас мы сможем какой-то очень прикольный дроп получить. Давайте ляжем, чтобы нас никто не видел. Да ладно! Вы видите это? Это просто АВМ. Это просто АВМ. 20 патронов на АВМ. Блин, ребятки, все, у меня типа АВАПа есть. Вот это мы выкидываем. Вот это у нас тоже не нужно нам. Так, и давайте с помощью аптечки сейчас вылечимся. Вот это все уберем. Аптечку достаем. Вот, давайте вылечимся фастиком, короче, и поедем уже дальше мочить игроков. Так, я вижу чела. Отлично, господа! Просто отлично. Точный хедшотик с АВМ. Так, тихо. Гребаный бот, иди отсюда нафиг. Появился, блин, прям передо мной. Так, хорошо, давайте заберем все, что у него там было. Не знаю, мне кажется... Да ладно, я перепрыгнул. Путаюсь в кнопках еще, ребятки, поэтому сорянчик. Так, ну у нас, в принципе, есть... так, сейчас. У нас, в принципе, есть уже коллиматор, поэтому, ну нафиг этот 2х прицел. Давайте перезарядим АВМ. Вот, и все, я думаю, будем сидеть. Так, кто-то стреляет. Я слышал стрельбу. Так, вижу чела. Минус один. А, тихо, братан. Это реально чел. Так, блин, ладно, окей. А, сейчас. Хорошо, отлично, еще одного убили. Замечательно. Хорош, Люсик, просто еще один минус. Замечательно. Надо было не палить свою АВМ здесь, конечно. Ну ладно. Вижу чела. А! Хорош! Просто еще один минус. Так, заберем, короче, сейчас у него камуфляж. Давайте ложимся, короче. Нам нужен камуфляж и все его добро. Так, хорошо. Отлично. Ребятки, ребятки, у нас сейчас высокие шансы на победу. Ой, нифига себе! Вот это зона у нас, конечно. Офигеть, и как я туда попаду?
Блин, ребят, я ни одного, короче, челика не вижу, и мне придется сейчас еще и перебегать. Так, у нас там челики стреляются, кстати. Вижу, вижу. Так, вижу челика. Хорошо, еще минус один, нормально. Так, там еще один. Это ласт, это ласт. Так, ранил. Не знаю, где он, побежали. Так, 30 секунд до зоны. 30 секунд до зоны, нужно аккуратно сейчас действовать. Давайте гранату попробуем его кинуть. А вот он. Господа, да! Наконец-то, у меня получилось, наконец-то, позже, наконец-то, ребятки, мы смогли занять топ-1, потому что, ну блин, ну вот меня постоянно вначале убивали, и я тупо не мог нормально залутаться, а сейчас мы наконец-то стали топ-1, мы победили бродячего босса, мы победили зомбарей, все это подобрали и заняли топ-1, я думаю, вообще замечательная комбо. Всем огромное спасибо, ребятки, за просмотр, с вами был Люсик, всем удачи и всем пока!